Совет депутатов в уже привычном режиме онлайн. Главная тема собрания – бюджет. Из-за неблагоприятной эпидобстановки в стране количество средств значительно сократилось. 12 миллиардов 352 миллиона 93 тысячи рублей – сумма бюджета по доходам. Как отмечает начальник финансового управления администрации городского округа Химки Наталья Гурьева, дефицит бюджета составил 200 миллионов 108 тысяч, областной бюджет – 26 миллионов 746 тысяч. Эти деньги распределили на субсидии и субвенции. Здесь есть как плюсы, так и минусы. Прошу особое внимание обратить, что у нас минусы – это развитие футбола в Московской области, большая сумма, минус 120 миллионов, минус 10 миллионов – реализация по улучшению жилищных условий многодетных семей. Субвенции у нас возмещение стоимости за компенсацию питания и выплата родительской платы. Это вот самые большие суммы, которые у нас идут на уменьшение. Наталья Гурьева также отметила, сегодняшний бюджет дефицитный. Недостаток 3%. В связи с этим велика вероятность привлечения кредитных средств. Таким образом, удастся выйти на сбалансированный бюджет.